давно говорила, что у тебя склероз. Оскар, ну это же наш шофер! Яркая сцена, красивые декорации, профессиональные артисты. В преддверии весеннего праздника 8 марта в женской исправительной колонии номер 10 выступил Приморский краевой драматический театр имени Горького. Ну, я думаю, такое желание, такое сердечное накопление мышечное, и то есть сердечное, что мы выполним это свой долг и свою благодарность в адрес людей, которые здесь присутствуют и будут зрителям в зале. Перед началом спектакля художественный руководитель Академического театра Ефим Звеняцкий и начальник ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Вадим Вёрсткин рассказали о заключении соглашения о сотрудничестве. Сейчас настала возможность подписать договор о взаимодействии, соглашение. Ефим Семенович благословил на проведение здесь мероприятия, спектакля, то есть чтобы нашим осужденным женщинам показать профессионализм. Во время пресс-конференции начальник исправительной колонии номер 10 Оксана Грицкова рассказала о важности проведения культурных мероприятий для осужденных. У нас проводятся еще различные множественные конкурсы. Это, там, допустим, и конкурс рисунков, и поделок. И мы участвуем в рок-фестивале, мы участвовали в этом году, кто видел, никто не видел. Да? Причем наши осужденные участвуют в различных всероссийских конкурсах. И «Калина красная» мы отправляем туда, композиции различные. То есть во всех отраслях, которые можно задействовать осужденных. И они даже не знали о своем этом таланте, но он здесь проявляется, потому что они начинают читать книжки, начинают изучать литературу при подготовке к этим мероприятиям, да, изучают музыку, и у них уже идет совсем другое мировоззрение. Комедийная постановка в исполнении актеров театра не оставила зрителей равнодушными. В зале царила теплая и позитивная атмосфера. Театр очень понравился, прям вообще эмоции куча. И, конечно, большое спасибо нашей администрации, что привезли, то есть договорились, чтобы они к нам приехали. И, конечно, хочется почаще, потому что за все мое нахождение здесь это первый раз такое мероприятие. Обычно мы всегда ставим, то есть потом смотрим на видео, либо вот сами смотрим на осужденных. Ну, конечно, это все не то. То есть здесь таланты, и прям классно. Я когда освобожусь, я обязательно посещу театр имени Горького. Своими эмоциями также поделился один из актеров театра. На самом деле мы очень рады сегодня побывать здесь. Здесь замечательная публика, они нас прекрасно встретили. И мы рады нести свое тепло, свет и делиться этим с нашими зрителями. Подготавливались мы очень просто, это все было легко на самом деле, несмотря на то, что мы выехали сюда, ехали 2,5 часа. Несмотря на все это, нам очень легко и очень просто поступать было здесь. В рамках соглашения театр и дальше будет участвовать в организации культурно-досуговых мероприятий, направленных на популяризацию духовных ценностей в исправительных учреждениях. Яна Коган, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.